Всем здорово, братва! С вами, как всегда, Миха, это снова Танки Онлайн. Сегодня будет очередная серия моей рубрики «Антикиллер». Предыдущий, я бы сказал, громко, конечно, но тем не менее не совсем полноценный, потому что, ну, я там только контейнер открывал, и с ни одной битвы ты, по сути, еще не сыграл. А мне надо тут копить, как бы, на комплект вампир, чем мы и будем сегодня заниматься. Ну, а для тех, кто не в теме и недавно на моем канале, потому что рубрику эту я давно-давно не снимал, суть этой рубрики заключается в том, чтобы вот на этом аккаунте с ником Михаил Антикиллер достичь максимально возможного звания в игре, при этом не сделав вообще ни одного килла. Пока что у меня на этом аккаунте ни одного килла нету, я надеюсь, так и будет продолжаться. В конце видоса, собственно говоря, будет скриншот с моего профиля, и ник тоже в описании под видео будет, поэтому можете проверить, что я там ничего не замазываю, не поделаю и так далее. То есть киллов на этом аккаунте нету, и это круто. Погнали! Мы, соответственно, чтобы я же в танке не доначу абсолютно, и чтобы заработать кристаллы, накопить на комплект, мне надо заданки будет выполнять. И я тут одну вроде бы уже выполнял, это вот самый первый день, когда я только на него зашел. И давайте посмотрим, какие еще одни заданки. Кристалл заработать, но это можно. Контроль точек, ну, тоже можно. Вот уничтожить противников мне, конечно, абсолютно не подходит. Мне никого тут нельзя уничтожать. А вот заверши бои в любом режиме, это тема. Короче, погнали в бой. Контроль точек, потому что там была заданочка на контроль точек. Посмотрим сейчас заодно. Ух ты, как быстро кинуло вот это, да. Это уровень? По-другому не скажешь. Ну, еще смотря, каким званком меня сейчас кинет. А то какие-нибудь там уоррент офицеры и так далее. Не, карта нормальная. Для изида, в принципе, тоже. Чувак, не жадничай, я тоже хочу точечку. Так, 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 так. Сейчас поеду вот я на ту. Поеду, естественно, через броньку. Бронька мне тоже нужна. Опа. Ну куда-то, вот смотри, собака. Вот эта собака хотел просто взять и у меня отобрать вот эту броньку. Так, тихо, тихо. Опасно, ребята, блин, я думал, они меня не увидят, если честно. Парни, да ладно вам, ну не агритесь. Пока там баталию ребятишек идут, я вот поеду на точечку. Я никого не трогаю. Ух ты, нифига себе. Я никого не трогаю, меня никто не трогает. Так, ребята, ну спокойно, спокойно. Ну вы чё какие, а? Так, Гром успеет, наверное, доехать. Да, сволочь такая. Успел, успел, успел. Жалко, нельзя делать вот мне килы. Тебе просто повезло. Вот сейчас бы я тебе дал жару. Так, пока 0-0. Это плохо. Я хочу, чтобы мы лидировали, на самом деле. Так, погнали. На точку мне надо не забывать всех лечить. Потому что я это часто делаю. Так, ух ты, чувак, иди скорее сюда. Так, блин, ну и, конечно же, тут самый грамотный чувак будет всегда гасить сначала изитку. Это ж логично. Так, 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 респ. Ну так, себе, блин, не успею доехать до этого пацана. Так, там фризовод какой-то. Блин, не буду пока с ним связываться, окей. Парни, может быть, поедем на точку, а? Я понимаю, конечно, счет 2-0 и все дела. Давай, брат, погнали, погнали со мной. Ну, поехали. Ну ты чё, брат? Ну смотрите, как с ними играть, я вообще не понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас я под замес попаду. Ну смоковод вонючий, ну чё ты там делаешь? Ну гаси давай его. Ну ты сразу должен был его бить. А я тебя лечить. Все ж логично, какие проблемы, чуваки? Так. Куда ехать, погнали на точку Б. Точка С, кстати, тоже не наша. Непонятно. Ай-яй-яй-яй-яй, шафт, шафт, шафт. Ну да, шафт, конечно, тут будет тащить. Так, блин, вот у меня еще тап на самом деле не работает. Это очень печально. Я не могу следить, на каком я месте. Так, мне бы сейчас успеть на точку Б. Так, 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 едем, 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 едем. Давай, давай, давай. Сейчас я заодно братана сейчас подлечу. Да, блядь, не мешайся, что ли тут, балбес на рельсе. Сейчас кого-то из них, мне кажется, вынесут. Вот этого рельсовода. Я так и думал. Ничего, чувак, не переживайте. А подлечу мы, кстати, ведем неплохо. Очень даже неплохо. Так. Тут еще мне кто-то ведь овердрайв может раздать. Так, давай. Гром, неси. Все, иди. Иди всех бей. Пойдем точку захватим. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Ух ты, от шафта ему досталось. Ну ничего, с тобой рядом Изида. Пока с тобой такой челик, как я, тебе ничего вообще не грозит, будь в этом уверен. Так, погнали. Я сейчас, возможно, даже ДДшечку захаваю. Так, не боись, чувак, не боись, я с тобой. Давай, гаси его, гаси. Во, красавчик, красавчик. Я думаю, смоководы. Ну не отдавай точку-то, ё-моё.
Так, все, я тебя понял. Давай, давай, гаси его, гаси, братан. Он сейчас будет меня фигачить, если отвечаю. Во, все, молоток. И теперь другого иди гаси. Ай-яй-яй, дай мне спрятать. Да как смоковод по мне попал? Не, ну это вообще прикол какой-то. Я прям полностью уехал за корпус. Вот этого викинга. Ай-яй-яй, тихо, мне не дали, это круто. А я вот так вот сделаю. Потому что когда вы, ребята, овердрайв используете на точке, то мина у вас не ставится. А я вот на самом деле на этом не раз обжигался. То есть, мне кто-то давал овердрайв, а ну и, соответственно... Так, чувак, давай-давай, иди сюда, я тебе сейчас просто кокну. Мне кто-то раздавал из моих союзников овердрайв, и, соответственно... Блин, этот фрезовод прям за мной валит. Вот я вам серьезно говорю. Он прям чисто за мной валит. Давайте, ну гасите его, чё вы стоите, придурки? И просто стоят и нифига не делают. Ну как можно быть такими конченными-то, а? Так, хоть аптеку я сейчас заберу. Через 50 опыта у кого-то звонка, я так понял. Это круто. Мне бы посмотреть. Так, 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 мы пока лидируем, но вообще преимущество, вот я серьезно говорю, просто ни о чем. Вот реально ни о чем. Так, у кого же звонка-то там? Так, там никого подлечить не надо. Блин, там вон у нас что-то какая-то фигня творится. Фрезовод, иди сюда. Ой, этот, рельсовод, иди сюда. Не, ну я его фиг вылечу, фиг вылечу. Да, и надо мне самому бы как свалить от этого. Так, давай, давай, давай. Сейчас, по-моему, Изида нифига не размораживает и не остужает танк. Блин, ну что ты до меня докопался? Гаси его, это, быстрее. Так, валим все на точку. Так, 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 так. 13-17, вот на самом деле вроде как бы ведем, но повторюсь, вот это преимущество просто ни о чем. Я много уже видел таких каток, а когда мы... Ой-ой-ой, тихо-тихо, там шафтец сейчас меня кокнет. А когда мы вроде тоже по ходу все битвы вели, а да-да-да, вон у чувака звонка, по-моему, первый сержант, поздравляем. А, не, сержант-майор вроде. Я вот в низких звонках на самом деле не так хорошо разбираюсь. Мало играю, ну теперь буду почаще, это стопудово. Так, 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 так. Пока все точки наши, точнее, кроме одной. Ну, блин, к ним туда на базу ехать от себя не уважать. Они там потому что кокнут сразу. Моментально. Хотя подлечить кого-нибудь стоит. Да, я уже никого там не подлечу. Так, окей, тогда сейчас буду вот с этим громиком стоять, если что, его лечить. Потому что на него сейчас стопудово будут нападать фризы всякие там. Там дофига кто будет на него нападать, короче. Давай, давай, давай. Блин, а чё его смог-то не гасить нифига? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну бей ты! И смотри, вот он просто едет в тупую и не стреляет. Ну что это за игрок вот вообще? Как, блин. Я понимаю, конечно, звонки мелкие. Бомбить на них не стоит. Но вот у меня не получается пока что. Я потерял навыки. Так, 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 так. Жалко, нет заданий на дроп. Я вообще нормально собирал. Вот, вот этот неадекватный гром со звездочкой вроде, но вообще просто тупой в хлам. Я больше не буду около него стоять, я вот около этого буду стоять. Месть за кого? За Вилли? Какого нахрен Вилли, чувак? Так, едем на Д, братва. Едем, 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 едем. Давай, что ты мне... О, слава богу, мину мне не дал. Это могло быть чревато. Так, 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 сейчас может меня лупануть. Ничего, братан, я тебя подлечу. Не ссы. Не ссы, чувак. Тобой же я. Ну да-да-да. 50 секунд тут мы уже, скорее всего, затащим по-любому. Ну что бы реально не случилось, так, мне бы вот этого подлечить. Братишка, братишка, ну ты куда? Держись, брат, держись. Ну гаси его, гаси. Вот этот хотя бы это. Реально его лупит. А не стоит просто так, как истукан. Парни, а может поедем прямо на их точку? А почему? Давайте понаглеем. Блин, да говношафт. Там кого-то, кстати, на 5 минут забанили. Непонятно за что. Ну да, это победа. Несмотря на вот таких вот товарищей, команда в целом сегодня мне досталась очень неплохая. Так, нарим овер и валим к ним на точку Е. Мне что-то вот прям гложет. Так, ладно, не поеду я. До точки не доеду, вот до шафта, надеюсь, доеду. Так, чувак, ну куда ты уезжаешь-то? Не боись. Сейчас, мне кажется, по нему прилетит. Это, мне кажется, страйкер целится. А, смотрите, не последнее место я занял. Обычно занимал последнее всегда. А, но, опять же, вот, киллов мне делать нельзя. Вот, уничтожил меня, соответственно, тоже, видите, ноль, да? Это круто, и я выполнил какую-то заданку. Вот, если бы можно было делать еще киллы, я бы, конечно, тут был в топе постоянно. Но, вот, тем не менее,
пока нельзя. А как только у меня будет комплект вампира, я напомню, там Васпом 1 и Изитком 1, я буду, естественно, таскать флаги. Потому что корпус быстрый, шустрый, можно на нем вообще что хочешь творить, и я там на флагах опыт наберу побольше. А так, заработал я кристаллики, еще заверши бои и заверши бои в любом режиме. Ну вот эти вот два задания я, ребят, наверное, выполню уже не в рамках видоса, а на сегодня достаточно. Видосы будут вот такими небольшими, но их будет много, то есть часто буду их выпускать. А, так что если вам рубрика нравится, то без проблем ставьте лайки, буду только рад. А, создавайте тоже новый аккаунт, тоже без киллов. Главное, чтобы у вас в нике была приписка антикиллер, и тогда я вас добавлю в друзья, и у нас будет, ну, типа такой неофициальный свой клан антикиллеров, короче. В общем, ладно, парни, вот такой видос был, с вами был Миха, спасибо вам за просмотр, не болейте, все у вас будет круто. До новых встреч!